вон стажки, которые мы вчера метали, 9 штучек поставили. Стажки, которые мы вчера метали, 9 штучек поставили. Стоят. Грабли повез домой. Оставлять здесь в кустах небезопасно. Что-то вон там затянуло все. Наверное, не дождь ли будет. Вон, на завтра передали. Да, дождь. Не знаю, может быть будет у нас, может не будет. Вот. Там еще поеду косить. Стажка на 4 надо. 4-5. Вот. Там родителям на теленка, на овечек. Вот так вот. Ну, поеду косить через несколько дней. Пока что занят. Другие дела есть. Вот. Ну и как погода? Как погода? А грабли дома пусть постоят. Пусть пока дома постоят. Чем здесь в кустах стоять как-то? Переживай, то все, думай. Вот так вот. Какая-то есть.
дорогу справляли. Праздник такой. А мы вчера были на покосе, метали сено. Поставили 9 стажков. Сегодня, сейчас поехал собирать грабли волковые. О, машины тут оставили. Ну, люди, ну вот же есть полоса, поставьте, нет. На дороге бросили. Жаркий день сегодня. Жаркий, жаркий. С утра уже парит. Вот так вот. Дождей. Что у нас, наверное, недели? Недели две не было дождей. Высохло все. Супер. Настоящее лето. Так. О! Возить начали рулоны. Наш предприниматель. Что-то упало, что ли, или что? Дофига нагружено. А, упали. Наверное. Зацепим грабли, да поедем домой, повезем. Все, грабли зацепили. Перевел в транспортное положение, поехали домой. Оставлять здесь просто небезопасно. Дороги рядом, люди ездят, шарятся по кустам. Охотники. Короче, пускай лучше дома стоят, надо будет. Приедем, зацепим из дома. А здесь как-то переживай, не спи ночами. Как тут, что с ними? Это еще работал бы здесь каждый день. Ну, был бы как под подглядом, под присмотром. А так,
сейчас поедем косить только. Ой, через день-два, наверное, поеду косить. Так что оставлять одни грабли без присмотра — это небезопасно, нецелесообразно. Вот. Что-то он небо затягивает. О, дождик начал на стекло брызгать. Ну вот. Короче, это хорошо, что мы вчера сметали сено, управились. А так бы все, ребята. Но зато хорошо, что он сейчас дождик трактор отмоет. Вот так. Мы вчера приехали 7:30. Ну и, короче, не мыли. Ну и сейчас воды, с водой плоховато. Людей много в деревне. Ну и поливка, наверное, может быть. Ну и вот, короче. Короче, не помыл трактор. Но сейчас вот обмоет маленько, маленько. Хорошо. Вот. Все равно надо технику мыть после каждого выезда. Пыли много. Оседает. Грабли сложил, это колесо поставил так вот вверх, там зафиксировал тоже пластины этой транспортировочной. Ну вот, немного едешь, туда-сюда шатает, ну ничего страшного. Польет хоть. Да пыль прибьет, а то людей, знаете, людей в деревне много, туристов, на машинах ездят. Кто-то тихо ездит, кто-то быстро. Пыль поднимает, стоит все это. Ой. Ну а так вот хоть пыль прибьет. Короче, две капли упало, все. С собой хорошо, что бутылка была с водой. Полил, вот более-менее отмыл стекло. Короче, не дождь, а так. Может быть, будет к вечеру, может быть, по прогнозу на завтра стоит дождь. Вот. По прогнозу. А уж сбудется он, не сбудется, этот прогноз, не знаю. Да. Вот здесь пыль стоит. Машина одна, вторая, проехали, пылюха. Вообще. Вот здесь нужен дождик обязательно, чтобы пыль прибить. Вот так вот. Пыль стала полностью. Еще ладно, кто тихо едет. А кто наваливает, как надо выедет. Вот так. Так, ребята, так, что тут? Одна уже уехала машина. Вот хорошо. Блин, еще бросили посреди дороги. А они же. У нас же в городе живут все умные. Это в деревне дураки. Да-да. Не только дураки, а в городе все умные. Бросит машину посреди дороги и думает, что так надо.